плохо вязан. Свяжем мы сегодня павлина, но интересным способом. Дайбинговую петлю. Способ мне подсказал Павел Горохов. Ну, сами, короче, все увидите. Точку атаки сделаю неон грин. Крючок Chinoir 08. Закрепим точку атаки уфе-лаком. Две бородки хвостового пера павлина. Дайбинговая петля у нас будет вот с такого бирюзового рюрикса швейного. Подслой униярн вино. Формируем тело под слоем нашим. Головка тоже будет вино. Вот ее. И вот теперь наше перо закрутим дайбинговую петлю.
Так вот как-то. Ну и все. Начинаем это дело наматывать. Закрепили. Лишнее обрезали. Хаком черное перо. Оборотки с одной стороны я удалил. Один оборотик. Закрепили. Проволочить головку. И мух наш готов. Эффектная муха получилась. Посмотрим, сезон покажет. Ну и все. Мушку на сушку. Контроль мой тут сопит. Пойдет мушка. Ловить будет, значит.